Итак, тест антикомариной лампы. Она включается ночью. Днем она не работает. Тут датчик есть, светоиндикация. То есть создаем ночь и отлавливаем комара. Отлавливаем комара. Сейчас будем пробовать его туда погрузить. Если у нас все получится. Конечно, у меня очень большие сомнения по этому поводу, как мне его туда поместить, этого комара. Ну, будем пробовать. Так, привлекаем его, привлекаем. Сейчас мы так сделаем. О! Вот комар летает у нас. Вот он. Так, пошел. Есть! Маленькие искорки. Комар зашел. Ну, в общем, вот так вот она и работает. То есть она привлекает комара и там его потом вылавливает. Все. И потом мы это все снимаем и просто переворачиваем. Вот так вот открывается кассета, и тут у нас комары высыпаются. Вот так вот мы просто где-то как пылесос. Но штука очень эффективная. Все работает. Комары нас больше не тревожат. Видите, он там где-то он застрял. Между. Вот. Тут где-то прилип комарик у нас. Так что штука рабочая и очень полезная. Пожалуйста, покупайте.